Всем привет! Выехали мы на очередной металлокоп в лесочек. Тут, конечно, опять деятельность человека видна. Не успела собрать прибор. Сын там уже нашел трос. Сейчас покажу. Так, вот такой тросик тут. Опа! Еще прилетел. Нормально. Ну что, первый сигнал какой-нибудь будет. Включусь, покажу. Небольшое включение. Вот под такой корейской березкой прозвучал сигнал. И вылез вот такой вот осколочек, похожий на сковороду. Но это не сковорода. Тут какие-то отверстия. Тут выпуклость, обломок. От чего-то. Рядышком еще кусочек. Первая такая более-менее находка. Не знаю, что там у сына, но какие-то сигналы есть. Что-то он копает. Потом посмотрим. Кто-то из копателей в каких-то видео жаловались, что им плохо копать, много камней. Смотрите, вот в прошлом видео я показывал грудницы. Вот это одна из кучек. Ну, плохо видно, наверное, телефон не очень передает. Вот там вот с деревьями еще одна куча камней. Так, тихонько постараюсь развернуться. Вот там вот бугорочек. Опять кучка камней. Вот сюда дальше. Еще куча камней. Так называемые грудницы. Чуть далее там еще виднеется. Вот. Это я понимаю. Куча камней. Где реально трудно копать. Что, пробежались немножко. Находок не особо много. Но есть интересные. Вот тарелочку эту я показывал. Вот такой вот интересный оплавок. Что, рыбку кто-то отливал, что ли? Нет, металл. И вот такая вот плюшка. Это тоже, похоже, кто-то ее отливал. Может, где-то недалеко была кузница. Как она сюда попала, да? Интересно. Ну и там жестинка. Ладно, переезжаем куда-нибудь, наверное, да? И будем искать дальше. Да, я чуть не забыл. Нашли вот такую вот подкову. На удачу. Кверху рогами. Старинная. Тоже, да, подковка старая, да. Ну ладно. Так, ну что, небольшое включение. Сын вот там лазит по лесочку. Очередной привет от Советского Союза. Это вот такая звездочка, разводной ключ. Кронштейн, да, и шток от вилки, от восхода, восходовские запчасти. Ну и кастрюлька, вот еще одна звездочка от велосипеда. Да, Советский Союз нас кормит до сих пор. Так, ну что, небольшое включение. Ехали мы вот, ехали по такой дорожке. Лужи, грязь, там болотина. Вот на краю увидели тросик. Тросик сейчас чуть попозже вытащим, распилим. Так, что там у сына? Тоже трос, да? Вот, отлично. А это может один и есть. Просто продолжается. Ладно, хорошо. С металлом будем. Сейчас попробуем тут поискать. Может, что-то еще будет. Найдем какую-нибудь находку хорошую. Включимся. Так, ну что, нашел сигнальчик. Похоже на трак. Сейчас попробуем вместе с вами показать. Ох, какая болотина тут. Так, что это такое? Ничего себе. Так, поднять я рукой ее не могу. Кусок трубы, похоже, или вала. Сейчас достану, включусь.
Так, ну что, обломок трубы получается. Вес приличный, конечно, надо грязь выбить. Но находка неплохая. Ну что, приехали вот на такую поляночку. Тут, конечно, до нас уже побывали. Вот здесь. Здесь все перерыто. Но все равно маленькие находки остались еще. Такой вот рак, палец. Ободок от фары, кусок проволоки. Так, и сын что-то там вроде нашел. Сейчас посмотрим. Так. Давай, я снимаю. Где-то что-то сверху, какая-нибудь банка. Очередная банка, оставленная нам. Нет. А, кусочек уголка. Ну ладно, хоть что-то. Ну что, у нас вечереет. Становится темно. Возвращаемся обратно, вот по дорожке. Такой маленький закуток. Решили остановиться, и не зря. Да, наверное, почти ничего не видно. Кусок проволоки. Кольцо от троса. Два колечка таких непонятных. От чего что-то ремонтировали. Ну и вот одна увесистая железка. Килограмм 7-8, наверное, весит. Вот такие вот находки. Так, ну что, это следующий день. Я в гараже. Выложили весь металлолом пока в гараж. Крупненький отдельно. Троса отдельно с мелочью. Сделали это потому, что, во-первых, ну, вес не очень большой. Во-вторых, хотим толстый сдать отдельно. А жестяночку, троса на другой приемочке отдельно. Так немножко должно получиться повыгодней. Плюс тут металл с двух выездов. Вставочку сделаю, начинал снимать видео. Но погода не позволила до конца снять, как мы нашли. Там, в принципе, находки были точно такие же. Троса и немножко там запчастей. К сожалению, сейчас не показать. Так, привет. В чем? Сегодня опять на полях. Попробуем что-нибудь поискать. По одной половинке прошли, ничего нету. Здесь вот пока попался тросик и кусочек какой-то скобочки обломанный. Посмотрим, что принесут нам эти поля. Хорошая плюшка лежит, обрезок металла толщиной, наверное, 2,5 сантиметра. Но, к сожалению, их оказалось там немного. Так что вот такой вот результат. Если сдадим это все кучкой, то хотя бы примерную цифру озвучим. Но вот на вскидку тут около 200 килограмм должно быть. Хотя кучка небольшая, но вещи в ней увесистые. Так что всем пока. Подписываемся, ставим лайки.